Почувствовать себя в безопасности, передвигаясь на велосипедах, вскоре смог житель Иркутска на плотине ГЭС. Там появится новая зона отдыха с дорожками для любителей покататься и для обычных пешеходов. Она объединит набережную, Солнечная дорога и пляж залива Якоби. Также в этом районе построят места для спокойного времяпровождения, создадут удобные подходы к плотине с прилегающих округов и улучшат систему остановок. Когда начнется благоустройство и в какую сумму обойдется, пока неизвестно. Специалистам сначала нужно узнать мнение горожан о том, что они хотят видеть в зоне отдыха. Поэтому иркутян просят принять участие в опросе. Он опубликован на сайте Агентства развития территории «Градостроительная школа». И в нем чуть больше 20 вопросов. Отдать свой голос можно до 11 июня.